ты счастлив? Нет. Твои родители так сильно тебя любят. Они просто хотят, чтобы ты был счастлив. А любовь в этом мире бесценна. Я хочу, чтобы ты ответил максимально честно. Многим церквям уже все равно. Есть даже пасторы-геи. Каждая уступка внешнему миру. Но мы еще немного заботимся о душе. Вы пастор? Да, мэм. Ребенок там? Какой ребенок? Отгони машину в конец дороги, перекрой выезд и вызови полицию. Ты спасаешь душу от вечных мук. Так отними самое дорогое. Вы проводите экзорцизмы? Ну нет. Технически нет. Так прекрасно. Так прекрасно. Так прекрасно. Так прекрасно. Увидимся в аду, чудовище.